С днем рождения, сынок! С днем рождения тебя! Это наш с мамой тебе подарок на 6 лет. А на 7 лет мы тебе еще колу купим. Ты рад подарку? Хороший подарок, скажи честно. Да. С днем рождения, сынок! С днем рождения тебя! Это наш подарок! Любя. С днем рождения, сыночек! Там свинина сейчас! Это наш с мамой тебе подарок на 6 лет. А на 7 лет мы тебе еще колу купим. Ты рад подарку? Хороший подарок, скажи честно. Да. Видишь, папа и мама тебя очень сильно любят. Итак, подведем итог сегодняшней прогулки. Сегодня Джасик всем рассказал, что у него день рождения. Ему подарили подарки. Что тебе сейчас? Что тебе подарили? Ничего пока что. Давали там, что тебе давали? Пирожок и шаурму. И шаурму ему подарили, правильно? Угу. Джастин, расскажи стишок про слоненка. Дали тупики слону, взял он тупику одну и сказал, нужно пошире, а не две, а все четыре. Так, а теперь расскажи, пожалуйста, стишок про жирафа. Бедный маленький люблю... Ой, давай. Бедный маленький люблю, если ребенку не дают. Он сегодня съест с утра только два больших ведра. Правильно. А теперь расскажи про жирафа. Рвать цветы. Рвать цветы легко и просто. Детям маленького роста. Ну, тому, что так высок, и легко сорвать цветок. Правильно. Вот мы и погуляли. Пришли обратно домой. Джастика сегодня поздравили. Надарили ему шаурмы, пирогов. Вот. Ну, на этом мы заканчиваем. Заходим домой.